11 тысяч гектаров зерна, причем хорошего качества. Скоро оно пойдет на хлеб. В Кустанайской области планируют начать уборочную кампанию. В прошлом году послам агрария Юрия Чеховского удалось получить 20 центнеров с гектара. В этом году ожидают хороший урожай – до 24 центнеров. К уборке аграрии уже готовы. В ближайшее время мы начнем, значит, молотить овес, затем ячмень и по мере созревания. Для этого, значит, мы будем вести, значит, на первых порах раздельный способ уборки. Почему? Потому что, чтобы раньше начать. Для этого есть и сушилка, и это все. Зерно мы сразу, будет намолот 22 тысячи. Мы это все зерно покладем в склад, и когда цена стабилизируется, только тогда будем продавать. Аграриям большую помощь оказывает государство. Именно благодаря субсидиям они могут готовить комбайны и закупать горюче-смазочные материалы. По словам Юрия Чеховского, его предприятие в этом году получило хорошую поддержку. Впервые были выплачены субсидии за семена, гибридные сорта кукурузы и химию. Актуальным вопросом накануне уборки является цена на зерно. В прошлом году ее объявили в начале сентября. 8 сентября мы объявили цену. Хотя до этого так тоже выжидали, чуть не, скажем так, конец уборки и так далее. Там, как другие трейдеры на это отреагируют, как, что они проложат. Вот для того, чтобы на самом деле вот цену сильно не уронить и дать какой-то посыл для нормального формирования цен, да, это было объявлено в прошлом году, вот в начале сентября. В этом году также мы хотим где-то вот до 1 сентября уже определиться, по какой цене продкооперация будет закупать. В этом году, несмотря на плохую погоду, сельхозтоваропроизводители засеяли поля вовремя. Впервые за последние годы кредиты для весенних полевых работ – это 60 миллиардов тенге, выданы на льготных условиях. Было кардинально поменяно вообще подходы для господдержки для сельхозпроизводителей в области семеноводства и, скажем, субсидирования минеральных удобрений. По семеноводству в этом году, благодаря поддержке государства, увеличилась практически в два раза именно господдержка и поменены критерии. По словам Кайрата Айтуганова, последние 5 лет качество пшеницы снижалось. В этом году около 60-70% будет качественное зерно. По прогнозу Минсельхоза, по Казахстану урожайность будет хорошей, почти 13 центнеров с гектара. Получить планируют более 20 миллионов тонн зерна. Дмитрий Гуренко, Софья Чернова, РТН, Кустанайский район.